В Дагестане обучающимся на дому детям выплатят компенсацию за школьное питание. Размер компенсации составит 137 рублей за один учебный день. По данным Министерства образования и науки республики, в школах Дагестана в начальных классах учатся 198 тысяч детей. Около 3000 младшеклассников обучаются дома. Для того, чтобы получить компенсацию за бесплатное школьное питание на ребенка-инвалида, обучающегося на дому, нужно будет предоставить в школу документы. Напомним, что Дагестан получил субсидию из федерального бюджета – более 600 миллионов рублей для обеспечения горячим питанием учеников младших классов.